Всем привет! Короче, у меня такая история. Относительно недавно, может быть, 2 недели назад, мы гуляли, немножечко выпивали. И все прекрасно знают, что от похмелья на утро очень хорошо помогает доширак, ну, лапша быстрого приготовления. Я, значит, заказала продукты, чтобы приготовить поесть, и заказала бекон с соусом сальса. Для меня это один из самых вкусных чай. Я очень его ждала, потому что мне очень его хотелось. У меня там какой-то непонятный маленький огрызок вместо нормальной лапши и нет супового набора. Я по приколу пишу в группу ВКонтакте Big Bon, рассказываю это все, мне говорят, пишите на сайт. Я думаю, ну по приколу напишу на сайт. Написала, приложила фотографии, мне такие, спасибо за там... Ну, за вот этот ваш комментарий с фотографиями будем разбираться. И типа там по защите, наверное, прав потребителей или что-то типа такого, вы можете получить типа упаковочку Big Bon свою назад. Типа пишите адрес, все дела. Ну, я такая думаю, ну, по приколу напишу этот адрес. Я вообще ни на что не рассчитывала, я уже и забыть забыла, думаю, ну... Что мне пришлют одну упаковку курьером, ну, бред какой-то, думаю, ну ладно, ну, мне так-то пофиг, я не обеднею там от 20 рублей. И знаете что, сегодня мне звонит курьер и говорит, что мне какая-то посылка. Я вообще не поняла, что это за посылка. И получаю. Значит, такая вот коробочка, конечно, уже вскрытая. Та-дам! Ничего себе! Приятно, однако. Я даже и не думала. Да. Спасибо большое. Будем кушать. Ой, считаю себя полезной в этом мире. Я получила 6 бигбонов. Вот такая вот маленькая история, которая со мной приключилась.